Друзья, всем привет! Сегодня 31 число, и я хочу, чтобы вы этот день, вот эту новогоднюю ночь провели с нами. Так что начинаем. И, друзья, давайте вот начнем с того, что я не буду вообще себя никак сдерживать, не буду никакого делать видеоформата, я просто делать буду наше простое домашнее видео. И если вы чему-то там удивитесь, как я себя веду, знаете, я такая. И я по-другому себя вести не буду, потому что это видео, потому что я буду отрываться от души, потому что я себя знаю. Я иногда бываю неконтролируемая и совсем другая. Так что сегодня увидите меня, может, с другой стороны. У нас будет чисто семейный формат видео, так что... Все будут веселиться, моя мама будет веселиться, мой брат, все будут веселиться, так что не осуждайте. Просто предупреждаю, потому что я знаю, что сегодня будет. Итак, мы сейчас начинаем наряжать елку, я начинаю снимать влог. Нашла нашу колонку. Так, вот топ-30 песен. Ставим. Поехали. Так вот, друзья, я сейчас пофотографировалась и иду праздновать наш Новый год, точнее, к нему готовиться. Ну, как бы, я так скучала по этому платью, и так мне хотелось его надеть. Но не было повода, черт побери, и Новый год мне наконец-то подарил его. Я сделала пару фоток, я, наверное, их закину в Инстаграм, или нет. Следите за моим Инстаграмом, и вы увидите красивые новогодние фотки в этом платье. Так что пофотографировалась. И пойду готовиться дальше. И спасибо Новому году, что я опять стала на секундочку принцесской. Так что продолжаем с вами наше путешествие, нашу новогоднюю ночь. Я сейчас пришла в одну комнату. Я буду сейчас упаковывать подарки. Мне сейчас надо их незаметно вынести. Они у меня сейчас вот все вот в этом чемодане. Так, вот это подарок. Так, это бабушкина куртка. Это все мы убираем. Так, вот это все подарок, потому что уже все упаковались, осталась только одна я. А пока что идем упаковывать. Друзья, спустя 2 часа я наконец-то все это упаковала, сейчас понесу это под елку. Если вы знаете, что я очень люблю упаковывать подарки, но так как сегодня Новый год, я уже не стала извращаться, как я могу и умею. Я просто запаковала и сейчас это все несу. Это все, что я купила в Москве. Так, вытаскиваем все. Наверное, знаете, я вот эти 2 подарка, вот эти 2 конфеты, я, наверное, их в елку спрячу. Пусть их ищут там. Так, вон наша конфета осталась. Я думаю, куда-нибудь... Давайте вот сюда спрячем. Это Рустамчика подарок. Хочу показать, как моя мама упаковала мне подарок. Посмотрите, это же картина Мане. Поле с маками, по-моему. Точно Мане помню. Так вот, я думала, она купила табирочную бумагу, а на самом деле она просто сорвала старый же календарь и в него запаковала, видите? Но мама, она умеет все это паковать, и вот кто-то Валентинку сделала на Армении. Ну, мама очень-очень классно упаковывает подарки. Смотрите, опять импрессионист у нас тут. Кому это подарок? Тоже на Армении. Ну, мама здесь уже, по-моему, психанула и задолбалась, и уже пакет просто сделала. Так, вот это подальше все положим. Тоже, наверное, сюда положим. Прячем маме. Посмотрим, что они там делают. Я 2 часа упаковываю, даже не знаю, что они там делают. Кто что делает. Все. Все, с подарками мы разобрались. Тем временем, смотрите, что у нас творится на кухне. Мы решили сделать манты и уже 10 раз об этом пожалели. Мы так устали уже это все делать. Хотя я еще пока их не делала. Мы еще и поругались, короче, мы сказали, зачем это надо было делать, все. Ну, мам, я же говорю правду. Так вот, я сейчас только... Зачем? Успокойтесь, мам. Пока я сейчас упаковываю подарки, вот сейчас у нас будет первая партия мант. У нас, смотрите, 8 часов, а мы просто такие уже уставшие. Рустам ушел спать и правильно сделал, потому что я устала. Смотрите, как мама украсила все. Сейчас покажу. Вот. 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 Ну, это окей. Вот самая тоже красивая часть. Всяких украшений, и вот, пеночки, и часы. Ну, ирония судьбы, это само собой, и вот клубничка. Вот как делала моя мама, вот мой, вот мой, вот мой, вот мой. У меня разные разновидности, я не могу каждый раз делать вот такие миленькие. Кстати, в первый раз в жизни я делаю мант. Посмотрите, какой у нас будет торт на Новый год, хотя у нас еще есть один. Но, тем не менее, папа отправил красивый, да? Он очень большой, а вот моя ложка, и вот, смотрите, вот такой... Милый и красивый. Чего-то я вообще не ожидала. Пошла мыться, сейчас 9 часов. И к нам уже приехали гости. И так-то некрасиво. Так вот, сейчас мне надо быстро одеться, накраситься. И я с мокрой башкой, ну блин, как-то неудобно. Я просто не рассчитала время, опять же. И мне еще надо один огромный подарок упаковать для моего брата. И я не знаю, как я все успею, мне просто не хватает времени. Хочу остановить все здесь и опять, чтобы началось. Я не верю, что сегодня Новый год, просто не верю. К нам еще приехали незапланированные гости, надо сейчас быстро накрыть.
О, господи, я не могу, я не успею. Какая это все не съели, я хотела показать наш стол. Вот он огромный. И очень много-много еды. Вон наши с мамой два места, получается. Спиной к телевизору. Я вот так выгляжу. Я ничего не успела сделать. Я хотела сделать супер красивый макияж, но ничего не получилось. К сожалению. Сейчас пойду за мамой, потому что она что-то... Мам, ты идешь? Что-то она там греет. Это просто мы реально не успели. Мы не думали, что они так обжаны приедут. Мама, это законно праздновать Новый год с мокрыми волосами? Смотрите, какая у меня мама красивая. Она такая красотка в новом платье. С новым цветом волос, она уже стала немножечко потемнее. Ну, а я с мокрыми волосами буду праздновать Новый год. Нет, тебе кажется, идет. Ты более натурально смотрится, чем вот белый тот. Ну, он такой. Да, джоханский. Ну, не сильно рыжий. Он не сильно рыжий, он такой карамельный. Да, они все сели, мама, с тобой сидим задом к телевизору. Самые дурацкие места нам достали с тобой. Отнеси вот полотенце, там вот лица запачкаться. Тобой. Тебе понравилось платье? Очень. А вот это... Это мне Ксюша подарила. Чокер. Вот такое прям новогоднее. Армина, ты не сделаешь тут дырку себе? А что мне делать, если у меня прям все вываливается? Просто я же не обладательница таких форм, как ты. Ты что? Хочешь такого платья? Которое я вам, помните, показывала? Платье-халат, которое вам всем не нравилось? Всем оно здесь нравится. Либо мне боятся сказать все лицо, но мне главное, оно нравится. Оно сейчас в моде. Пони. Добрый. Ты риски описываешь. Сразу наберет видео миллионы. Ага. Попадешь в камеру или в лоб. Очень смешно. Ну, тетки мне выпадите в лоб. Не, на рынке. Скажешь, мне брат чуть не убил. Да я так и напишу видео, я же люблю такие названия. Ну, он прям так, это специально. Провокационно. Ну, давай. Ой, что-то столько ждали, не эпично вообще. Ой, мужчина наливает шампанское. Красавчик. Мне не надо, спасибо. Давай, Рома, ищи. На елке тоже есть один. Тихо. Рома, ты даже знаешь, наверное, что там может быть. Рома, ты знаешь? Рви жестко его, давай, зубами. Это кисель. Да. Рома, то, что нашла, еще плюс каких-то добавил. А, вот это здорово. Да? Ага. Вознесенский. Вот, Вознесенский, я же вчера вспоминала. Да. Ну, нашла вот каких-то там... Евтушенко, мама. Евтушенко я уже купила, ему тоже. А он тоже как раз вот он как раз... А ты не после вот этого «Тайной страсти»? Ты не после этого сериал захотел, Ром? Нет. Ты знаешь этот сериал? Можно было коллекцию собирать. Ааа, вот это вот. Рома, смотри, какой вид и подарок, а как мне нужно. Нет, я вот не могу понять, о чем. Видно, сил не было. Вид по лесу. Вау! Это что такое? Там где-то далеко. Под елку отправишь, чтобы ты выпнул снова. Да, здесь очень, наверное, много. Там тебе долго искать, наверное, придется. Я просто толкаю, люблю очень далеко толкать. Подсказка, он находится вот в этой... Да не за что. Ой! Это было позже надо. Ты говоришь, выше смотри. Нет, подожди, посмотри. Что нашел? Вот, нашел Рома маленький подарочек. Да, Рома? Да, ты не знаешь его. Да, ты его не знаешь. А, ты это... спрятала тебя? Нет, просто я его не успела никому показать. А ты я не знала. Ну, просто я не успела показать. Это что? Ключи? Не, мой. Я чужой не буду открывать. Не настолько уже на дверь. А что там за малыш такой? Прикольно. Ну что, мусор-то подгон? Да, ничего, сейчас. Нормально. Скажи, что это такое? Что такое? Так кто? Роман там персональный? Нет. Да это игрушка елочная, друзья, ну что вы тупите? Ну вообще жестко. Нет, вообще, знаете, такого-то я не знаю, что я подарила? Я не знаю, написано, с Новым годом, Роман. Я говорю персонально. Тут тупо, ты жестко прям вообще ни о чем. Ром, ну что со своими книгами ищешь? Рома, смотри книги. Что, я сейчас не поняла, ты не впечатлился моим подарочком? Ром, вот здесь, Ром. А ладно, вообще ищи сам, короче. А у Виты нету больше? Я не знаю. А у Виты тоже? А где он? Ой. А то он говорит, не открывай. Он как это, у Гарри Поттера. Гарри Поттер? Ну, как... Шапку, что ли? Нет. Причем шапка? Я думал, вот это как раз. Нет. Рома, что с тобой? Я просто Рома не рассмешил. Спасибо. Блин, шапка, как ты понял. Шерсть, хендмейд. Еще можешь сильнее натянуть, да? Ты можешь вот так сделать. Она еще растянется? Да. Да мне удобно просто. Не, просто я не знала, ты же любишь оранжевый, но я сомневалась... Оранжевый обязательно. Рубль. Тебе нравится сочетание? Да. То, что серый, потом не, оранжевый. Не, а, как мы поймем, что для чего здесь не подписано? Там подписано. Он так подписан. Где? Ты видишь, чтобы здесь было подписано? Ну это я заворачиваю, я и подписывал. Ну а где оно?
Забыл. Норка, норка, вот мой. Чего там? Сейчас норка. Ништячок. О, ништячок. Какая красота. Корова тебя привёл. Как мило. Это какая-то злая матрёшка, да? Куда, Дарья? А маленький московский подарок. Это швейцарский. Он сейчас не пометит тут подарки. Нет. Это швейцарские часы. Да, да. Но они у нас есть мягкие. Ой, какие милые. Спасибо, Родиана. Спасибо. Красивые. Они такие русские злые матрёшки, да? Я тебе и говорю, да. Мам, спасибо. Я говорю, рискованно было, скажем. Руська что-то так долго печально ждет твоей очереди. Рустамикус. Это Рустам? Да. Рустамикус. Это Перомов. Ну давай быстрее, Русь, у меня не вечная память на камере. Ой, карта это какая-то жесткая карта. Русь, зачем вы туда кидаете, я не понимаю, бумагу? Вы просто как мусорка. Ну типа оттуда пришло, туда пришло. Рустам. Рустам, потом ответишь. Давай. А что это за карта? Какая-то... Русь, так медленно все делаешь? Растягивает удовольствие. Это в каких странах ты... Побывал, ты стираешь вот так, и оно это... И появляется. Да, оно появляется. Давай, мам. А где мы? Ну, вроде бы, Рома забыл подписать. Забыл подписать. Ой. А это как минимум подарок. Ну, блин, Рома! Рома, ну что ты натворил? Рома! Значит, это будет мой. Ну все, открывай уже. Открывай уже. Ну какая красавица. Вот это мне подарочек достался. О. Смотри, какой красивый. Вообще-то на мини, Рома, а что так сделал? Такая мне снегурочка. О, Рома, красиво. Спасибо. Женя, мам, открывай. Это Женя? Да. Вау, салфетка, какая красавица. Смотри, какая красивая. Еще такой цвет приятный. Так кто там написано? Вообще никто не набил. Женя! Мам, ты так рада, что зачем еще? Вита, а? Зачем ты мне еще подарил? Ой. Еженедельник какой-то, да? Да. Ой, красиво. Ой, спасибо, как я вовремя не пошла ему купить. Ой, я хотела сказать, как бы Нора не покушалась на мою книгу. У нее своя книга. Да, красиво. У меня такая какие-то византийских, турецких этих орнаментов. Да, это красиво. Французский узор, пойди. Не турецкий. Ну, думаю, как раз для лекции тебе. Ну, по размеру. Ага, я вообще не пользуюсь. Ну, уже не знаешь, что кому дарить. О, линейка. Спасибо, Ромчик. Ну, еще вон тот магнум давай, открывай заодно. О, магнум, это самая лакшери. Лакшери упаковка. Да, такой еще у тебя упаковки не было. Ну, это ты тоже сам? Развяжи ее. А как мы здесь развяжем? Ну, пакет порви. Ой, это здесь странно. Осторожно. Вместе с банкой вытаскивай. Это ангел. Спасибо, что здесь не готовишь, я не поняла. Вот. Глаза потом мне нарисуешь. Что это такое? Это ангел. А для чего оно? Вязаный. Ну, так, на счастье. Спасибо. Что такое у него? Здесь банка. Ну, надо было как-то одеть его. Это типа огурцы прикрывать. Еще я тебя не поняла сначала. Не, ну мы его одели, потому что его уже крахмалят. Огурцы, чтобы наша семья охраняла. Чтобы там огурцы. Ну, надо глаза. Это тоже вот на заказ делали. Это тоже вот это танец? Да, на заказ. Неожиданно. Я думала, если ты маму подарил, не видела себе. Чего? Ну, чтобы бороду сбрить. А ты знаешь, такой, Рома, такой, знаешь, тонкий намек, как всем нравится твой новый имидж. Очень тонкий. Мы что-то перепутали. Ты что, не помнишь, кому это? А я не помню, что, Рома, я же книги Рома купила. Ну, дари тогда, выясним. Я уже не помню. Я надеюсь, что это не мой подарок, который сейчас кто-то очередной раз откроет. Кто там? Открывать или нет? Мне страшно, я боюсь, что это мой подарок. Самое интересное, мам. Я сама не помню. Мам, ну так вообще... Клянусь, не помню, это норвичка. Чё там, женская? Смотрите, как... Чё там? Ой, мам. Ты не бери женская. Ну, красиво. Спасибо, ты от кого? Это от нас. Вкусные манты. Чё мама там? Ну, что-то так мало, ребят. Мало манты? Ой, мамочка, ты чё? Я не могу к этим мантам привыкнуть. Горячие.
Русь, мне так карты понравились. Да, карты хорошие некоторые. Какие? Ну, мне подарки. Роме ничего же не подарил. Ну, мы же купили, Роме, я книги, шарф купила. Ну, это уже нет. Ну, знаешь, что нет, я знаю, что не улица. Ну, Рустам, что ты мог в Каменогорске купить? Что? Камень? Огурцов вам побольше. И не бывает, чтобы один огурец был сам по себе. Что, мама? Промолчим про огурец, да? Да, промолчим. То кому попадет, да? В смысле, а кому попадет? Счастливый будет. А, ты же не приготовила еще. Не приготовила? Нет. Ну, что ты? Ну, мам, ну я что могу сделать? Я вообще забыла про него, вот этот чертила мант и положила его в самый последний. Давай еще раз. Сделать это? Что? Можешь, как ты назвал? Я говорю, норка. А ты должна была навстречу прибежать и кричать. Соболек или? Да, зачем? Соболь, нет. Соболенок. Соболенок? Соболенок? Я не тоже не помню. Да вот на елке за все вижу, такие за колонны. Да. Соболенок или? Да. Че, как Рустам, от души мамы пошли? Кстати, я что не ложу. Да, Рома без мантов встал, потому что кто-то вегетарианец. Ха-ха-ха-ха-ха. 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 Короче, что здесь у нас? Что это светлое? Вот она лёгкая. Мама, ну давай, она что-то... Думай! Разыграла. Так, и одежду ты даже можешь подсказывать? Ну, да, носить можно. Но не всегда. В определённый день. Костюм какой-нибудь чепанин. Ну подумай, какой цвет хотя? Я говорю, светлый, что-то белое или какой-нибудь розовый. Все, зубами. Проверим. Давай в зубы. Макс, упаковка, она просто шикарная. Ой. Может, я тебе подниму настроение? Это шикарно. Я, ой, ты даже не догадалась. Вида, ну ты в кадре опять. О, дюдюшки. Зеленый. Да, на меня идет, она прям секси чикса такая. А скажи, она красивая. Чикуля Дарина, такая. А в чем можно будет? Че, возьмем, посмотрим. Вот мальчика, смотрите, какая у нее. Это торпеда вот. Видали, да, вот какая. Какой гогер просто. Видали, нахрен это на. Ладно, шучу. Ну вот так не писала, тебе нравится? Мне очень нравится, красиво. Ну тебе поднялась? Дюдюшки маленькие. Спасибо. Она, знаешь, зеленого цвета, просто здесь цвет такой другой. Ну да, да. Сейчас мама наденет нам сережки, которые мы подарили ей на прошлый Новый год. Русь, включи, пожалуйста, побольше света. Да, такие у меня детки замечательные. Они меня балуют. Вот, в прошлом году, ровно год назад мы подарили... Они мне всегда балуют. Подожди, мам, давай близко. В прошлом году хоть были подарки, сейчас ничего нету. Ну, рассказывай. Рассказывай, пьяный, все рассказал уже, все рассказал. Руслан, как ты думаешь, что тебе подарят? Не знаю, мне без разницы, честно. Ага, я видел, как ты около елки смотрел, что ни хрена подарка. Ты уж какой на вообще? Скоро Новый год, ребят, по-моему. Да, через 20... 5, 4, 3, 2, 1, 10 утра. Через 20 минут уже. У нас осталось 15 минут до Нового года, и Нармина получает релакс от своего брата. Он ей делает подарок новогодний. Это массаж. Шейных позвонков. После чтения Пастернака они решили заняться массажем. Ром, ты не видел в этом? В Инстаграме видео это, где ребенок вот так делает, его это делает массаж, перестает он опять вот так делает, так же и Нармина. А, типа продолжаете? Да, да, маленький грудничок такой. Ну, может, смотришь, что 2016 кончается, как 4 минуты осталось. Вы можете в это померить? Я не верю. Я не верю. Зачем ты смотришь? Просто Ром, типа, вот. Что? Если я каждый год так сделаю? Включаем свет, делать нет? Нет, нет. Когда зажжется, кто это сделает? Кто зажжется? Уже все, надо зажигать уже время. Ну как-то будет неинтересно. Не надо, надо. Все, давай. Ну давай, давай, давай. Что делать? Зажигай. Морковку воткни. Не, подождите еще. Ну что на минуту? Да все, наоборот, заранее нужно. Живот все обсадить. Что-то она как... Зажировано. Ой, что ты что-то... Держи все. Готов пойти в нашу жизнь. Не страшно. Ее новыми событиями, идеями, открытиями. А? Мама! Столом делай! За столом! Давай!
Я вас не убеждала. Все пусть уже. Кирпит нахрен, смотри. Мне нужно это видео. Я не понял, что произошло. Слава сейчас все. Я не могу. Мне такого нового нахрен не было. Я рвали себя, прожгла. Я пошла в селедку. Ну, надо было прям эти. Я что ли все будет, что мне было? Цвет какой, я чем? Сок был такой красный. Вишневый. Блин, что мы сок любимый залесили? Когда я палец оборзла, я вообще даже не успел за желание подождать. Я тоже, я не понял. Я не понял, что вообще произошло. О, салюты, пойдете смотреть салюты. Ой, надо наверх же идти. Кошмар. Вот я, Рома, это у меня такого Нового года никогда не было вообще. Рустам, осторожно, сына. Как Форест, беги. Рустам, быстрее. Беги! Ой, мне страшно. Ой, я на нас один раз полетела. Молодец, ты бежал как Форест. Русь, я думал, первый год мы встретимся. Смотрите, что сейчас происходит в городе. Просто, как будто мировой. Вон, особенно там. Идет ниже к городу. Смотрите, весь город просто. Мам, вот где город, да, много стреляют там вот? Очень. Красиво, да? Очень красиво. Помнишь, в Чехии два пустили во все Чехии? И как у нас здесь пускают? Да, 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 на камере не так. Ой, красота. Посмотрите, кто тут спрятался. Кто тут спрятался? Кто тут спрятался? Кто тут боится, бедняга? Видите, прошел Новый год. Русь, ты как его провели? Как вы его встретили? Кончик. Это Рустам грустный. Это были просто гоги просто. Мы так не ожидали. Мы когда в жизни так не встречали Новый год. Точнее, не в том, что мы так не встречали его. Сот пса! Нет, это Рустам, это нет. Су от пса. Даник? Нет, 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 это от меня, от Рустама. Мамочки, от Рустама и Нармина. А как у вас мог быть одинаково? Ну, ладно. Ладно, ладно. Получится, что? Бастёныш. Ой, ты мой сладенький петушочек. Ой, какой красивый, милый. Откуда он приехал? С Москвы. Спасибо, спасибо. Спасибо. У меня петушок-кружечка. Мами, отмолвила Рустам. Это Рустам сам упаковывал, мам. Вижу вот логика моей упаковки. Я его вот так вокруг делаю, потом вот здесь все углы я обрезаю и вот так закладываю. Я не знаю, как заворачивать. Боже ты мой, с моей любимой пчелкой. Ой, ты мой хороший. Это Рустам с Усть-Каменогорска привез. Моя коллекция пополняется. Рустам сам выбирал эту милую. Твоя жужа. Жужа, я же тебе говорил. Это одни интересные. Это от Нормины. Я уже думал, что реально ведри подарить. Да я тебе правда купил. Мам. Заметьте, мама не пила вообще ничего еще. Я пила шампанское. Такие шапочки. Это моя любимая же команда. Такая вся какую-то хрень. Нарминочка, спасибо. Тебе реально нравится? Какая-то порнуха будет, команда будет вонючая, думаю, которая мне не нравится. Я СКА приехала. Я предполагаю, что это статуэтка хоккеиста. Давай. Насколько я понимаю. Давай. Потому что мне так кажется. Подруга какая-то мама. Что это? Мам, подержи, попробуй, думай, что это? Как ты думаешь, что это, мам? Не знаю, что-то тяжелое. А ты мне не говорил, да? Нет, ты не знаешь, что это. Что
что это? Яйца, что ли? Сыр, знаешь, что ты думаешь это, Русь? Уже точно не хочу. Это кружка. Что ты думаешь? Свечка. Это мед долгий. И что плохого в этом? А тапочки? Мед же любит. Ну, он же любит мед. А тапочки? Я не люблю тапочки. А откуда, матроновский? Нет, просто мед. Ай, я не могу. Ты что, не обрадовался? Нет, спасибо, Мама. Нет, я не поняла, реально ему не понравилось. Можно таким тапком не рад. Мам, ну милый, милый. Мам, последний твой подарок, и все, мы на этом закончили. Вот это мой подарок? Да, будет. Моя коробочка? Нет, ты. А ты не хочешь такую? Она... Я хотела, мне она понравилась, но потом... Она шварная. Она шварная. Понравилось? Мурашки пошли. Мы открыли все подарки. И сейчас мы ждем 5 минут. В 3 часа ровно. Мы празднуем Московский Новый год. Смотрим поздравления Владимира Владимировича. Не знаю, как у вас, но у нас в детстве... У нас... Мы всю жизнь, я не знаю, у нас как у всех, но вот у нас, вот у меня с детства как было. Мы сначала празднуем наш казахстанский Новый год, потом московский. На протяжении всей жизни у нас так было. Так что еще ждем 5 минут. И... А, 2 минуты уже. И будем встречать Новый год. Началось уже, мам, идем! Знаете, хоть сейчас я попытаюсь угадать желание, потому что у нас нифига не получился наш Новый год. Так что надеюсь, сейчас кучу не получится. Мира, что процветание нашей общей великой. Придумывайте желание, мы же нифига с вами не загадали ничего. Это у вас второй шанс. С праздником. Я разбила фужер, кстати. Ой! С Новым годом! С Новым годом! Мы же не считаем с вами, мы же всегда считаем. Давай. Тихо. Где мое солнышко? Подожди. Подарки. Подожди. Сейчас надо подожди. Будут слова. Вот так. Пожалуйста, ты не взял. Рождение священное. Смотрите, как он у нас тут бардак. Смотрите, это будет подарок Рустаму. Вы знаете, что там? Вот вы охрените, когда узнаете, что тут. Рустам! Смотри на... Что ты меня спрашиваешь? Не трогай. Подумай, что там? Подожди, Не костюм, я сначала думал, это костюм. Я клянусь, я думал, это костюм будет... Твою мать! Все, я знаю, что это. Что? Мама. Что это? Я же не смогу заниматься на гитаре. А это не гитара. Что ты взял, что это гитара? Ладно. Я думал, это гитара. А почему гитара? Не знаю, почему так подумал, что гитара. Ну, открывай! А ты не подумал, что это хоккейная, я не знаю? Это точно не гитара? Ты, может, подумал, что это хоккейная? Это точно не гитара? Смотри! Офигенно. Аккуратно. Я сказал, это гитара. Йосу, баки, Наруто, замаки, да, их сдать, я буду сейчас мать. На-н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 а. На-н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 а. На-н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 а-
одна. Где мои 17 лет? На большом каретом. Где на-на-на-на-на-на. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Мам, капец. Как я научусь? Ну что, нравится? Очень. Ну, вроде бы даже на хорош. Вместе с чехлом. Спасибо, мам. Ну, будешь, спасибо большое, мам. Сейчас тебе покажу. Я его ем. Что поется?
Друзья, вы не поверите, но я сейчас нахожусь под одеялом. Я как-то хотела креативно закончить это видео. Всех вас с Новым годом. Сейчас уже 7 час, сейчас 6 часов утра, уже, по-моему, 6:30. Я вообще не хочу спать, вообще, но меня заставляют. Я вам желаю всего самого хорошего. Надеюсь, у вас Новый год прошел уже так же весело, как и мой. А знаете, мне кажется, это новая рубрика от видео под одеялом. Всего вам самого хорошего, удачи и пока. Если вы спросите, почему я нахожусь под одеялом, то просто я думала, что это будет креативно. Я сейчас думаю, что это немножечко даже глупо. Ну же креативно же немножко, я надеюсь.